Санкт-Петербургская кафедральная мечеть является самой крупной в Европе. Впервые вопрос о постройке мечети Санкт-Петербург возник еще в 1882 году. Тогда муфтий мусульман России обратился в правительство с прошением о строительстве мечети. Но прошло 24 года, и только в 1906 году вновь созданный комитет обратился за содействием к бухарскому эмиру Саид Абдуллахатхану, который имел тесные контакты со столичной мусульманской общиной. Во время пребывания эмира в Санкт-Петербурге он неоднократно на аудиенции у российского императора поднимал вопрос о возведении исламского храма. С разрешения императора бухарский эмир Саид Абдуллахатхан выделил деньги на покупку земельного участка. И уже в 1907 году в журнале «Зодчи» императорское общество архитекторов объявило конкурс на проект здания соборной мечети. В состав жюри вошли выдающиеся архитекторы того времени Бенуа и академик Александр фон Гоген. В конкурсе приняли участие 45 проектов. Интересно, что эти проекты были названы именами личностей, которые были знаковыми для истории и культуры Узбекистана. Абдурахман Джами, Тимур и, конечно же, Самарканд. В основе идеи как внутренней планировки, так и экстерьера здания были использованы архитектурные стили мечети Средней Азии эпохи Великих Тимуридов. Церемонию закладки мечети приурочили к 25-летию вступления бухарского эмира на престол. По традиции тех лет специально для закладки была заказана серебряная табличка. 1910 года, февраля 3-го дня, в присутствии генерал-адъютанта, шейха Абдул-Ахатхана, эмира Бухарского на престол, заложена сия мечеть на земле, подаренной санкт-петербургским мусульманам, его высочеством и миром. Открытие мечети было приурочено к 300-летию дома Романовых в 1913 году. Но это было лишь официальное открытие. Тогда было готово лишь здание мечети, отделка интерьеров и внешнего вида, где были использованы изречения из священного Корана, а также голубая поливная керамика продолжались еще несколько лет. К сожалению, к этому времени бухарский эмир Саид Абдуллахатхан уже ушел из жизни. Но на открытии мечети присутствовал его сын, эмир Саид Мир Алимхан, который так же, как и его отец, поддерживал этот проект. На торжества приехал и последний правитель Кивинского ханства Исфандияр Бахадурхан. Сегодня соборная кафедральная мечеть является действующим мусульманским храмом, а также крупным религиозным и культурным центром Санкт-Петербурга, где помнят тех исторических личностей, кто стоял у истоков возведения мечети в северной столице. Невольно вспоминаются слова великого Джалаладдина Руми. «Человек — это часть мира, но он и основа его».